Приветствую, друзья! С Валентиной Эдуардовной Киселевой, уважаемой и дорогой, будет у нас вебинар. Записывайтесь. Тот, кто обретет этот вебинар, естественно, получит автоматически потом запись. И там будете выходить и задавать вопросы, и поэтому Zoom там подключен будет. Мы много постарались, чтобы Zoom оплатить, потому что Zoom из России не оплачивается. Ну, нам помогли друзья наши из нашей школы «Человек больше Homo Futurus». Потом мы их назовем, поблагодарим всех. Будет день, когда всех будем благодарить. День благодарности в школе «Человек будущего Homo Futurus». Вебинар будет посвящен тому. Есть люди, которые много-много писали, как сбросить лишний вес. А есть люди, которые писали, как набрать вес. Потом, значит, спрашивали, а как вес влияет на гормональную систему? Как вообще это связано? Психология с массой тела и так далее. И получается, говорят, не всегда гарантированно что-то происходит. Смотрят диеты там у разных блогеров, разные рекомендации. Их огромное количество там в интернете. И поэтому мы этот вебинар проводим именно для того, чтобы ответить на интересующие и волнующие вас вопросы. И не только на эти. Там и экологический вопрос затрагивается. И еще важный вопрос – обнуление. Обнуление – это что такое? Это вот когда у вас стресс какой-то, вы переживаете какое-то необыкновенно серьезное для вас событие. Или прошедшее, или предстоящее. Ну, это может быть утрата, это может быть экзамен будущий, это может быть встреча со значимым вам человеком, или с начальником, или с подругой, с которой хотите заново помириться. Ну, мало ли какие проблемы. И вот как нужно обнуляться от вот этих напряжений, от стрессов, от беспокойства, от накопленных всяких негативных эмоций, освободиться и перезагрузиться на настроенность, чтобы хорошо прошла встреча, хорошо прошел экзамен, хорошо сделали какую-то работу. Вы знаете, что интересно? Если вам надо что-то решить, или вам надо сделать какую-то работу, а вам не хочется, и вы ее все время отодвигаете, потому что вам хочется в этот момент в силу своей занятости делать что-то попроще, то, что не требует напряжения. Вот как сделать вот так, чтобы вы могли приблизить нежелаемую работу, которую надо сделать, и сделать ее желаемой. А вот, оказывается, надо сначала тепло представить, потому что холод – это всегда враг ваш, а тепло – это всегда друг ваш. Короче говоря, в этом вебинаре будет столько много нового. Самое главное, что задавайте там в Zoom вопросы и не стесняйтесь задавать их. Так что я благодарю и Валентину Эдуардовну Киселеву, которая согласилась, нашла время для нас специально, потому что мы договаривались об этом, мы его наждали давно. Да, и вот сейчас, несмотря ни на какие обстоятельства, мы решили для вас провести этот вебинар. Подписывайтесь, все вопросы по вебинару только в электронную почту пишите, как там в объявлении указано. Объявление мы уже выпустили. Итак, до встречи, друзья, потому что после вебинара будет, как говорится, новая энергия у вас, новое ощущение у вас и, естественно, больше шансов на счастье.